Добрый день, братья и сестры. Совсем скоро наступает 2022 год по гражданскому календарю григорианскому. И я заранее поздравляю вас с Новым годом. Не хочу вам никакого счастья нового желать. Если у вас есть счастье старое, пусть остается старое. Оно лучше, чем новое. Если никакого счастья нет, то пусть будет счастье. Но, короче, главное быть человеком. Иметь мужество, терпение, благородство, человеколюбие, веру, кротость, воздержание. Об этом мы говорим и будем говорить еще до самого Нового года и после. Мы переходим к вашим письмам и вопросам. Из них немало, я так проглядел за пару минут до эфира, интересных. Кирилл пишет: «Хочу спросить насчет молитвенного щита святого Патрика. Мне очень понравился текст и смысл, но поскольку это мало похоже на традиционные православные молитвы, то приводит к небольшому смущению. Стоит ли относиться к этому произведению как к поэтическому или как к конкретной молитве?» Значит, у святого Патрика, просветителя Ирландии, есть такой молитвенный текст. Называется он «Гимн оленя» или «Моление оленя». Почему оленя, честно говоря, не знаю. Это, может, какое-то сакральное животное в Ирландии. И она довольно длинная. Ее можно легко найти. Она доступна, так сказать, на просторах сети, на соответствующих сайтах. Общий смысл ее, примерно, я вот скажу это для тех, кто не слышал. Там много раз повторяются слова «Я восстаю ныне». «Я восстаю ныне воззванием к Святой Троице, к троичному божеству, к единству всего творения, к единому Богу всего творения. Я восстаю ныне силой Рождества Христова, там, Боговоплощения, силой Его там, распятия и воскресения, силой Его вознесения и страшным великим будущим судом. Я восстаю ныне молитвой архангелов, послушанием ангелов, там, ходатайством херувимов и серафимов, там, значит, вот этой огневидной, молниеносной силой бесплотных существ. Я восстаю ныне верой пророков, проповедью апостолов, молитвами патриархов, девственностью праведников там, и непорочных, там, заслугами всех святых. А также он там говорит: я восстаю ныне сиянием солнца, светом луны, быстротою молнии, глубиною моря, твердостью камня. И все это я призываю для того, чтобы защитил Господь мою душу и тело от хитрости демонов, от природных похотей и от скверных страстей, восстающих на душу. Ну, как-то так, в общей сложности, да? И от зловерий еретиков, и от злости колдунов, от всех желающих зла душе моей, телу моему, близких и дальних, соединенных и разделенных. И там что-то еще он там говорит, там не помню, там да-да-да-да, и в конце концов он опять там повторяет первые слова. Там: я восстаю ныне воззванием к Святой Троице, к троичному свету единого Божества, спасение от Господа, спасение во Христе. Там что-то там, аминь. Такой длинный такой текст, очень такой. Это поэзия, конечно, но это поэзия святого человека, поэзия молитвенная. И она не похожа, конечно, эта песня «Оленя» или там, значит, «Моление святого Патрика» на какую-то обычную, такую нам привычную, скажем. Что значит обычную? Молитвы, они более-менее все необычные. Но она не похожа на то, что мы встречаем в молитвословии. И относиться к ней нужно именно как к молению, имеющему поэтичную, такую гармоничную, выстроенную архитектуру, такую форму молитвенную. То есть это молитва. Некое такое, что ли, молитвенный щит, так как вы правильно назвали. То есть только он как бы так защищается. Такой-то. То есть я не боюсь там, значит, ни того, ни того, ни того, ни того. Значит, там, я защищаюсь ныне там силой того-то, того-то, того-то. Значит, такое. Это такое оригинальное очень такое пение Богу нашему. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Молитв очень много. Есть такое предание о святом Давиде, такая Агада такая, значит, есть, где Давид там где-то гулял, и из лужи, там, озера, болота заквакала какая-то жаба. Вот. И Давид как-то там что-то находился в своих мыслях, согласно этой Агаде, значит, и
Говорит, как хорошо, что я написал, там произнес, там, принес Богу там, так много псалмов и песен. А жаба вдруг заговорила и говорит, ты весьма, так сказать, возгордился. И зря, потому что я знаю, там что-то там, у тебя 150 псалмов там в книге псалмов, а у меня там что-то есть 200 песен во славу Божию, и у каждой песни есть 3 мелодии. Ну, как-то так, потому что, короче, там жаба там заговорила и сказала, что у нее много песен есть для Господа. То есть много песен есть для Господа, действительно, и молитвы могут быть самые разные. Если вы прочли ее, она коснулась вашего сердца, вы ощутили такое какое-то такое дыхание воздуха из другого мира. Такой ветерок вас обдул из другого мира. Что ж, это хорошо, это знак того, что оно вам полезно, и душа ваша нашла отклик в этих словах. Патрик успел поставить 365 священников и епископов и построить 365 церквей в Ирландии, ну, по числу дней года. То есть он населил Ирландию святыми людьми и застроил ее храмами. Он множество мертвецов воскресил и исцелил несметное количество больных. Проповедовал Евангелие и знатным, и простым, и обошел всю Ирландию, и полюбил этот народ, Эйре, и молился Богу 40 дней, как Моисей на горе, о том, чтобы ирландцы, каждый ирландец, чтобы хотя бы раз в жизни, перед смертью хотя бы, покаялся искренно в грехах своих, и чтобы Ирландию никогда не захватывали иноземцы, и чтобы за, кажется, 8 лет до страшного суда, по-моему, за 8, я могу ошибиться, но все ирландцы умерли, просил им такого. Значит, потому что в последние дни будет слишком тяжело жить даже самым хорошим людям. Самые праведные будут соблазняться, смущаться и отпадать от веры. И он не хотел этого для своих людей, которых он полюбил, и просил, чтобы они поумирали раньше. Поэтому наблюдайте за ирландцами. Если ирландцы живы, значит, у нас еще есть, по крайней мере, там 8-10 лет впереди. А молитва святого Патрика, она мне лично самому тоже очень нравится. И я считаю, что можно смело произносить ее, читать, ибо это святой вселенский, всеобщий, без разделения на православие и католичество. Это святой вселенского масштаба. И нужно освоить его плоды и труды. Они полезны. Хотя и несколько непривычны. Да. В некоторых молитвах, пишет Дима, есть слова «со слезами смиренно молю тебя». Хотя ни смиренность, ни слез нет. Не будет ли это ложь пред Богом? Будет. Конечно, мы часто произносим то в молитве, когда молитва, как готовый текст перед нами, произносим то, чего нет на самом деле. Но для того, чтобы это недоумение разрешить, нужно понять, что этого и не будет, если мы не будем этого читать. Потому что, по крайней мере, мы из этих молитв узнали, что молиться нужно со слезами и смиренно. Мы бы раньше этого не думали. Мы бы думали, что как фарисеи, скажем так, «Господи, хвалу тебе воздаю, что я вообще классный такой, что я лучше всех». Что, значит, такое. Но мы так, мы ручки складываем, говорит, со слезами смиренно молю тебя. То есть молитва учит нас, по крайней мере, настраивает нас на более-менее правильное состояние души и отсекает от нас какое-то, значит, высокоумие там, и самонадеянность. Конечно, лучше всего молиться так, как оно есть. То есть, например, ты говоришь там, я черствый и суетный, каменносердечный человек. Ни слез, ни смирения нет у меня. Но я хочу молиться тебе со слезами смиренно. Ну, то есть вы можете спокойно внутри читаемого текста как бы вставлять какие-то свои купюры или перекладывать текст, делать некое творческое отступление и менять слова таким образом в келейной молитве, чтобы это выражало ваши чувства. Если вы этого не чувствуете, то вы читаете это как бы, значит, ну, что ли, языком, зачем? Поэтому польза от молитвы есть в любом случае, но вы вправе говорить то, что есть. То есть, например, вы можете там читать этот текст, говорит, хотел бы я помолиться тебе, Господи, со слезами и смиренно, но смирения в себе я не замечаю, и слез нет во мне. Нет у меня слез. Дай мне слезы. Слезы мне дай, Господи, я уже иногда же не грешница. Вот. И смирение тоже это дар Божий. То есть дай мне, Господи, смирение в мыслях моих. Да?
сокрушение сердца, слезы искренние от души, слезы благодарности или слезы покаяния. То есть это все я хотел бы иметь, но пока этого нет во мне. Вот как могу, так молюсь, услышим я грешного. Да. Я думаю, что честность позволяет нам, молитвенная честность, то есть предстояние перед Богом так, как ты есть, позволяет нам как-то менять готовые тексты для того, чтобы они более соответствовали нашему состоянию. Это уместно в личной, келейной молитве. Конечно, в общественной молитве мы читаем часослов, там, или минею, там, или а кто их, и уже там, не отступая от текста, читаем то, что есть. А в частной это будет правильно. Дима, я думаю, так. Как правильно отстаивать свои границы с наглыми, грубыми людьми, при этом не нарушить заповеди Иисуса Христа, и любить ближнего и прощать его немощь? Вопрос довольно общий, но границы есть у всего. Есть границы дома, границы земельного участка, границы, вот, скажем, меня. То есть наше тело, наша кожа – это, в общем-то, это пограничная зона с окружающим миром. Поэтому мы не позволяем прикасаться к себе, кому попало. И, значит, и для прикосновения есть рука, а не другие части тела. Значит, такой вот рука – это наш, как бы, значит, посол мира, открытая ладонь. Вот. А все остальное – это границы неприкосновенности. То есть нельзя, чтобы тебя там трепали за щечку там, при встрече, там, или шлепали тебя по физиономии, там, или еще какие-нибудь фривольности делали с тобой. То есть, ну, у этой наглости, ну, то есть наглости бывают разные. Но нужно вести все-таки себя адекватно. И поскольку здесь не конкретизированный вопрос, то есть на наглость можно отвечать строгостью и жесткостью. Ну, пресекать ее, то есть не давать ей развиваться дальше. Хотя, конечно, наглости бывают разные. Там бывают наглости от домашних, с ними тяжелее справляться. Бывают наглости от начальствующих, когда начальник пренебрежительно, допустим, тебе говорит, как будто ты у него в личных рабах состоишь. То есть здесь тоже можно напоминать, что я работаю у вас, но не служу вам. И вы начальник мой, но не хозяин мой. Ну, короче, есть границы, границы, которые человек должен защищать. Суверенные границы твоей личности. Как государство должно иметь, защищать границы свои, чтобы не ходил, кто хочет, через границу, там, значит, туда-сюда. Так и человек защищает границы своего дома, своей личности, своего мира. Против наглых и грубых людей, очевидно, нужно действовать оружием, тем, которое им понятно. Можно все это делать смиренно, не обязательно наглеть самому. Смирение умеет быть твердым. То есть твердость, она не предполагает наглости, кстати. То есть можно быть твердым, но смиренным человеком. Ну, а отношение к ближнему должно быть тоже адекватным. То есть вы же видите, с кем вы общаетесь. Вот. Любовь хороша, когда она есть, и когда она адекватно воспринимается и понимается. Когда любовь воспринимает как слабость, тогда нужно менять модель поведения. В общем, вы имеете право защищать свое личное достоинство и не давать наглым людям, не понимающим каких-то элементарных вещей, садиться себе на голову. Имеете право на это. «Я живу, — пишет Иван, — в неверующей семье. Да. Чувствую на себе ответственность, что не проповедую им Спасителя, хотя я самый младший в семье, меня могут неправильно понять. Но в Писании сказано, 1 Тимофея 5:8, если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Видите ли, Иван, должен вам напомнить еще одно слово из Слова Божьего, из Евангелия. Это враги человеку домашние его. Враги человеку домашние его. Дело в том, что у людей в родстве есть много претензий друг к другу, и много претензий на право обладания друг другом
ибо у них одна плоть, одна кровь и одна, как бы, значит, вот, один корень бытия. При этом душами они совершенно разные и интересами своими, областью своих заинтересованностей смотрят в разные стороны. И здесь происходит много несогласий, потому что есть некая претензия, чтобы все были такими, какими мы хотим, внутри семьи, по крайней мере. И мы с трудом принимаем там какой-то там непривычный выбор там наших ближних. Поэтому проповедовать в семье – это самое такое тяжелое занятие. Чужой легче выслушать. Именно как чужой, он легче выслушает. Там нет каких-то специальных барьеров и дистанций. Там есть какой-то просто человек и человек. И чужой легче выслушает и поймет быстрее. Поэтому Господь Иисус Христос не совершал чудес среди тех, кто его знал. В Назарете, там, где он был воспитан. За неверствие их он там никаких чудес не совершал. Потому что они помнили его еще мальчиком, еще юношей, отроком. Вот, и им казалось, что они знают про него все, что вот отец его, там Иосиф, там не сей ли есть Иисус, сын Иосифов, его же мы знаем братьев и сестер, вот там Яков, Иоси, Симон и Иуда, вот, и сестры его не все ли нас здесь. И поэтому Господь встречался в общении со своими одногорожанами, назаритянами, с таким скепсисом, таким неверием, быть близким к... Там, знаете, кто меньше всего чтит царей? Те, кто выносит ночные горшки из-под их кровати. Те, кто их одевает, завивает, помогает при утреннем, вечернем туалете. Вот эти люди, доступные, близкие к телу, они, как правило, меньше всего любят своих господ и монархов, как бы оттуда же и плетутся заговоры и интриги. Меньше знаешь, больше чтишь. Вот такой закон. Как бы он, собственно, по сути, и евангельский. И Господь наш, собственно, и говорил, что нет пророка в отечестве своем, и в родстве своем, и в дому своем. Вот. Так что не усиливайтесь проповедовать своим родным. Это поссорит вас с ними. Не факт, что приведет их к чему-то хорошему, но будет фактором такого раздражения. При этом имейте себе в виду, что поскольку вы верующий человек, и все знают, что вы верующий, очевидно, все знают, то вы и так проповедуете. Вот если вы будете, так сказать, ну что ли, навязывать или там обращать внимание, там, или как-то напоминать постоянно о предметах веры и о том, что дорого вам, то вы будете именно вот как бы напрягать их. А если вы будете молчать, это будет оценено как подвиг с вашей стороны. Потому что всем известно, всем понятно в вашей семье, что вы верите, вот конкретно верите в Иисуса Христа и все, что с ним связано. В будущий суд, воздаяние, вечность, воскресение. И при этом все знают, что вы хотели бы проповедовать, это тоже всем понятно. Все как бы напряженно ждут, не скажет ли он чего-нибудь опять. А вы будете молчать, это будет расценено как благодарность по отношению к вам. То есть он сдерживается, он уважает нашу свободу, он, так сказать, не напрягает нас, там, не ездит нам лишний раз по ушам. Это все заметно. То есть вы в любом случае вы проповедуете вообще. Верующий человек, если он известен как верующий, к нему какое-то особое пристальное внимание. Отчасти лукавое внимание такое, не поймаем ли мы его на чем-нибудь, чтобы сказать ему, эх, ты верующий, что ж ты вот так-сяк повел себя, да? С другой стороны, это внимание всегда такое имеет момент любопытства, значит, и вы все равно под неким таким надзором со стороны неверующих сродников. Поэтому ваше смиренное, простое поведение без постоянных нравоучений оно будет оценено и замечено. Если вы хотите исполнить слова Павла к Тимофею, если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, то, очевидно, вам нужно поминать в молитвах своих родных с тем, чтобы Господь Бог, когда Он сам знает, когда Он сам хочет, когда Он знает, когда лучше – открыл им этот неведомый пока что для них мир веры, чтобы он дал им благодать,
прикоснулся к их сердцам. Об этом стоит молиться. Это будет лучший способ миссионерства. То есть все знают, у нас есть верующий ребенок в семье. Ну и как там, что он? Да ничего, нормально там. Учится, работает, книжки читает, в церковь ходит. Вот, нам ничего не говорит. Ну, там говорит иногда что-нибудь такое. Но тут же сворачивается разговор, говорит, ну ладно, как хотите. Вот, ну, в общем, как бы вот такое, наверное, будет какое-то серединное такое поприще ваше. Такой путь, золотой путь. Наверное, так. Вот если бы вы были отец своего семейства, тогда от вас бы требовалось привести к вере все семейство. Или если бы вы были священником, или хотели бы быть священником, нужно было бы, чтобы вся семья ваша была православной. Вот. А поскольку пока что этого нету, то вы себе спокойно живите. И с чувством сердечного сострадания, желания блага родным, просите Господа Иисуса Христа о них, чтобы мир веры им был открыт, чтобы они узнали, что это не ваша блажь, не ваша фантазия, а что это объективная реальность, которая до времени была от них закрыта. В Евангелии от Матфея, 23 глава, стих 9, сказано: «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Это Ирина спрашивает. Получается, папу нельзя назвать папой, отцом. И батюшек ведь называют отец. Да, безусловно, здесь есть некое противоречие, потому что есть заповедь – чти отца и матерь. И Евангелие не отменяет эти заповеди, оно подтверждает, дополняет и углубляет их понимание. Поэтому биологически, как мы сегодня говорим, отец – это отец, и воспитавший нас – отец там или отчим, как бы это отец. Что касается священников, то их называют отцом только те, кто является им детьми. Ну, то есть, если ты сын церкви или дочь церкви, и ты понимаешь, чем занимается священник, что он совершает таинство, что он преподает людям евангельскую науку, бессмертные тайны, что он принимает исповедь, совершает браковенчание, принимает, значит, тайны сердца человеческого, там, врачует души, насколько велико мощно, причащает людей, ну, совершает служение. Служение, вверенное ему, совершает с тем, чтобы сыны века сего превращались в сынов царства. Ты, конечно, называешь его отцом, потому что он, может быть, не тебе отец, не он тебя крестил, не он тебя исповедует, как бы ты не у него причащаешься, но ты знаешь, что есть много братьев и сестер, которые у него причащаются, у него исповедуются. Он, конечно, для тебя отец. Ну, то есть, потому что там отец Даниил, там отец Симеон, там отец Федор. То есть для тебя нет как бы внутреннего противоречия. Это нормально. Значит, если у человека есть противоречие внутреннее, он говорит, я не могу назвать вас отцом. Ну, называйте меня Андрей Юрьевич, если хотите. Если мы будем с вами дружить, назовите меня Андрюха. Но если я с вами, между нами некая дистанция определенного размера, называйте меня по имени-отчеству, пожалуйста. Мне не обидно. Мне как бы, мне ничего с головы не падает, никакая корона. Поэтому кто имеет смущение называть священника отцом, пусть смущается, пожалуйста, мы не требуем. Это не есть требование от него. Хотя апостол Павел пишет, хотя много у вас наставников во Христе, но немного отцов. Во Христе Иисусе благовествованием я вас родил. Молю вас, подобным не бывайте, як уже аз Христу. То есть апостол Павел считал себя отцом тех, кого он родил благовествованием. И мы, если кто-то родил нас благовествованием, то мы должны считать этого человека отцом своим во Христе. Так что здесь есть некое видимое противоречие между другими местами Писаний в этом требовании к Христовом, и нам нужно разобраться в контексте. Потому что многие контекстные вещи в Евангелии звучат. Очевидно, Христос бичует и отметает некие ошибочные практики современного ему иудаизма. Вот, например, там сказано: «Не клянитесь ни небом, ни землею, ни иною кою клятвою. Да будет вам да, нет, нет, остальное от лукавого». У нас нет в практике сегодня, значит, распространенных клятв.
То есть там клянусь небом, там я там сделаю то-то, а клянусь землей, там мы слышим там иногда, почему-то есть такие традиции, там, клянусь Богом, например, там, или клянусь там своей бородой, клянусь здоровьем детей. То есть такое распространенное такое очень явление в разные времена. Видимо, во времена Христа это было очень распространено, потому что я этого среди себя не слышу нигде. Когда мы разговариваем, ну, там, клянусь, там, значит, клянусь кровью там, значит, своей, там, клянусь, там, значит, что-то там еще. Я только раз в жизни слышал клятву. Когда человека обвинили там, в одном довольно тяжком преступлении, вот, и он в собрании людей, которые его обвиняли, говорит, если я это сделал, пусть мои руки не прикоснутся к хлебу, пусть мои глаза не видят солнца. Такая была такая страшная клятва такая. Вот. А больше этого не слышал. А в Евангелии там он говорит, не клянись. То есть, очевидно, в данном случае мы имеем историческое, контекстное повествование о том, что во времена Христа у иудеев слишком было распространено это легкое произнесение страшных слов. То есть, там, клянусь, там, могилой матери, там, клянусь, там, значит, там, жизнью детей, там, клянусь, там, небом. А что, оно твое, что ты им клянешься? Клянусь землей, а что она твоя, что ли, что ты ей клянешься, да? То есть это контекстная вещь. Очевидно, и слова про отцовство контекстные. Вполне возможно, что тогдашний раввинат, вот эта вот прослойка учителей закона, которые ходили в там, этих широких широкополых одеждах, там на показ долго молились, там, говорит, не прикасайся ко мне, я чистый для тебя, там, которые боялись посмотреть на женщину на улице, прям картинно корчились, там, отворачивались, там, ну и так далее. Вот, что вот они, может быть, считали себя отцами народа. И, может быть, даже требовали, чтобы их называли отцом. И вот в контексте этого Господь говорит, не называйте себе никого отцом на земле. И учителями никого не называйте. То есть один у вас учитель Христос. Вот. А это вот рави, вот этот равинат, как бы, значит, это учительство такое, это целая каста учителей, которые много знают, конечно, много читали, много понимают. Вот, Христос предостерегает от этого, от конкретных этих вещей. То есть у вас учитель Христос, а отец Бог. Вот так и поступайте, значит. Но это не отменяет заповеди о земном отце. И не, то есть это есть разные отцы. Поэтому мы говорим, когда мы говорим «Отче наш» молитву, да, «Отец наш», мы же добавляем «Который на небе», «Отче наш, иже и си на небесех», чтобы не перепутать, потому что если это «Отче наш», там, у меня там, вот отец мой, например, там, жив там, или умер, там, я, может быть, его зову, отец мой, там, значит, ты кого ты зовешь? Отца Небесного. Тогда вот добавляй «Отче наш, который на небесах», там, «Иже и си на небесех». То есть вот эти разные так бы, эти понятия существуют одновременно и параллельно. Конечно, если мы никого, кроме Бога, отцом называть не будем, то мы упраздним отцовство, что, собственно, нельзя, и Бог этого не хочет. Наоборот, благодаря Ему на земле, на небе и на земле всякое отечество именуется. Мы должны знать своего отца, знать свое отчество, знать историю своего отца, знать имена его родителей, должны наследовать профессию отца, если хотим, если умеем, если можем, должны знать там место его погребения там, и прочее, прочее, ну, если он умер уже. В общем, тут все это сохраняется. А в духовном отношении, да, мы усыновлены Отцу Небесному через Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего. Это самое главное, да, что ж он нужно знать. Так что называйте папу папой. И того священника, который привел вас к вере, согласно словам апостола Павла, не сомневайтесь называть тоже отцом. Это можно. Вопрос о последних временах. Стоит ли что-либо глобальное, земное, бытовое планировать для себя и своей семьи? Или же это все не должно быть в приоритете, а нам осталось лишь молиться, жить, как жили в бытовом плане, и только пытаться спасти душу? Не до абсурда, конечно, и все же как жить. Екатерина. Планировать можно все, что вы хотите. С поправкой на то, что все может кончиться очень быстро. Ну или все может получиться не так, как вы хотите. Планировать можно. Но с оговоркой. Так, значит, план, план-штрих. То есть такое, а если вот там...
эпидемия, там, а если преждевременная смерть, а если то, а если все. Там, ну, то есть это, конечно, надо иметь в виду всегда. А если конец света, как бы, а стоит ли нам вообще там, о чем-то заботиться, если близок всему конец? Итак, уцеломудритесь и бодрствуйте в молитвах. Да, так написано у Петра. Там пишет, 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 потом говорит, впрочем, близок всему конец. Итак, уцеломудритесь и бодрствуйте в молитвах. Мы читаем это, воспринимаем это как повеление, как завет. Это правильно. У апостола Павла написано, что время коротко, поэтому пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся, и приобретающие как не приобретающие. То есть пользующиеся, как не радующиеся. Ну, как бы потому что проходит образ мира сего. Ну, так подумайте о любом умершем, которого вы знали. Вот он еще позавчера жил, например, там, а, скажем, там, вчера умер. То есть он как бы пользовался миром сим. Интересно, о чем он сейчас переживает? О новых ботинках, скажем, или о том, чтобы купить новый бестселлер, вышедший в продажу, там, или о том, чтобы поехать там, на лыжах покататься куда-нибудь там в Сочи на Красную Поляну. То есть, ну, какие-то мысли были в человеке, там, туда пойду, то куплю, то сделаю, там, с теми повстречаюсь. Как бы, о чем он сейчас переживает? Ну, о чем-то другом. Ясно, что не о новых ботинках и не о лыжном курорте. Ну, так, в общем-то, мы сами на себя это, натягиваем эту мерку, эту одежку, понимаем, что суетиться-то мы будем, конечно, до последнего. Там надо что там заплатить, там пойти, договориться, заказать, получить, расписаться, ну и так далее. Там помыть, там почистить, там подмести, там подшить, там продать, там купить. Ну, это наше как бы, такое как бы ярмо бытовое. Безусловно, да. Но при этом всем у нас должна быть на верхнем плане мысль такая, что, впрочем, близок всему конец. Уцеломудритесь и бодрствуйте в молитвах. Там проходит образ мира сего. То есть я помню, вот был случай такой, значит, когда я ездил лично там к одному святому человеку с тем же вопросом. Он говорит, вообще можно ли вообще что-то планировать, например, детей, например, рожать еще? Там такое чувство, что как бы все распадается, что все движется как бы, к финалу. Значит, поезд прибывает на конечную станцию, да? То есть приготовьтесь к выходу, и не забывайте свои вещи. Такое чувство, что ты подъезжаешь уже к концу пути. Я спрашивал, довольно давно это было, это уже более 20 лет назад было. А можно ли еще, там, например, там, купить, там, расширить жилищные условия? Вот у нас, например, там, столько-то детей, и мы живем там, на стольких-то квадратных метрах, там, по головам друг к другу ходим. А можно как-то планировать, копить, например, чтобы там расширить жилищные условия? А еще детей рожать, там что-то еще? Там такие вот вопросы меня тоже тревожили. Вот. И этот человек, блаженной памяти, Христос да будет с его душой, значит, говорил, во-первых, ну, он отшутился сначала. Говорит, можно ли расширить жилищные условия? Говорит, а зачем вам расширять жилищные условия? А мы жили реально как бы как в коморке Папы Карла, как бы просто на голове друг у друга. Он говорит, а зачем вам? Говорит, зимой дров меньше надо. Засмеялся. Но мы дровами никогда не топили, у нас было там другое отопление. Вот. Но я понял, что шутка как бы. Потом говорит, можно. Конечно, можно. А вот Антихрист, а вот конец света. Он говорит, кто вас напугал? Да, надо признать, конечно, что мы довольно напуганные люди. У нас там кто-то под кожей как бы какая-то такая несвобода врожденная. Вот. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Помните такую песню? Мы родились под звуки марша. Поет другой певец. Так что у нас есть какой-то страх такой. Нас как-то напугали с детства. Этот человек блаженной памяти. Говорит, а кто вас напугал? Говорит, скажу вам истину. Перекреститесь и никого не бойтесь. Можно ли там что-то планировать, строить, там, значит, как-то там что-то делать такое? Можно. Можно, пожалуйста. У нас нет убежденности, что мы понимаем будущее, понимаем сроки, чувствуем их. У нас есть некая общая тревога. Такая общая тревога о том, что все движется к концу и распадается на глазах. Это, в общем-то,
недалеко от истины. Но мы не знаем сроков, эти сроки утаены от нас. Но мы помним из Писания Святого, что в тот день великий двое будут на селе, и двое будут на поле, и двое будут на постели. Там один возьмется, другой оставится. То есть это значит, что и в поле, на селе там будут продолжаться работы. Пахота, сеяние, жатва, холод, зной, весна, лето, осень, зима не прекратятся. То есть бытовая сторона жизни продолжится. Мы будем жить, продолжать жить как бы в привычных категориях до тех пор, пока не совершится последний акт истории, как там Господь говорит, там будет, как во дни Ноя. Ели, пили, выходили замуж, женились, до тех пор, пока не зашел Ной в ковчег. И полилась вода, и всех истребил. Будет, как во дни Лота. Ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили. До тех пор, пока Лот не вышел из Содома. И пролился огонь с небесе и потребил вся. То есть будет как-то так. То есть будут покупать, продавать, садить, строить, выходить замуж, жениться, есть и пить. Все это будет. Поэтому занимайтесь всем этим в меру, так сказать, необходимости, в меру потребностей. При том, что где-то так фоном, фоновая мысль такая непрестанная такая, это все закончится. Это закончится. Не в этом счастье. Это отнимется, это пропадет, это с собой не заберешь. Это останется здесь. Или сгорит. Как говорит, дела, земля и дела на ней сгорят. Но надо решать эти все вещи. Надо повести ребенка там, на какую-то там секцию или кружок, там, и заплатить, соответственно, за это нужно заработать. Денег там надо, там то, надо все. Надо поменять машине колеса с летних на зимние. Ну, короче, вот это все надо делать. Имея постоянно в голове мысль, что да, надо спасти душу свою, покаяться в грехах своих, веровать в Евангелие. Но вот одновременно две мысли нужно держать в голове. Одну как главную и постоянную, а вторую как меняющуюся такую вот бытовую. Что будем сегодня есть? Ну, сварим картошки, там, почистим селедку. Ну, прекрасно, как бы. То есть мы делаем это еще что-то. Но в голове как бы мысль: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А что там, как там погода на улице, во что нужно одеваться? Нужно брать шарф или не нужно? Нужно брать и шарф, и теплые носки, и шапку. Там довольно холодно сегодня, да. В голове мысль: ослаби, остави, прости, Боже, согрешение наше вольное и невольное. В слове и деле, в уме и помышлении. То есть вот так надо, мне кажется, учиться думать, помнить и жить. Дмитрий пишет: а как вам кажется, какой смысл, да, от соблюдения рождественского поста, если у меня никак не получается воздерживаться от гнева, сквернословия в гневе, оскорбления близких и т.д. От души каюсь, переживаю, но каждый раз в гневе все по новому кругу. Не наношу ли я больше вреда своей душе, постясь при таком поведении? Дмитрий. Знаете, Дмитрий, мне кажется, что если бы вы не постились, вы бы вообще так сильно бы не реагировали на свои эти словесные, такие эти яростные движения души, на эти падения. Многие люди считают, что я вспыльчивый, говорит такой, я вспыльчивый, но отходчивый. Он себе не даст как бы труда подумать, что он просто подвержен краткому беснованию. Что-то вот пух! Вспыльчивый, наорал, потом раз, потух, погас, как бы успокоился. Ну, простите меня, ладно. Ну, ладно, шут с тобой, простили. И он так все время себя ведет, как бы. И он говорит: ну, это мой характер такой, я вспыльчивый, но отходчивый. Вот. Это на самом деле бесноватый человек. Это у него регулярные, краткие приступы беснования. На фоне гордости. Ну, что, когда мы гневаемся? Когда что-нибудь не по-нашему? Вот, я ж просил там сделать яичницу-болтушку. А что мне пожарили глазунью? Перевернул эту яичницу, наорал на всех, там, хлопнул дверями и ушел, например. Да? Что это такое? Это беснуется человек. Из-за чего? Ну, за какой-то чепухи, да? Это так люди так считают свое поведение, идентифицируют, когда они не имеют никакого духовного понимания и знания процессов. А вы понимаете, вы пытаетесь поститься, к-то Богу послужить, и вас как-то мучает эта холера внутренняя ваша личная.
То есть страдаете о страсти гнева, сквернословия в гневе, оскорбления близких и прочее. Но вы-то называете это правильно. Вы-то понимаете, что это... Если бы вы не постились, не стремились как-то к богоугождению, то вы бы сказали, ну вот мой такой характер, ну что тут. Вот терпите меня, какой я есть. Да, я псих, но зато я быстро отхожу. Потом я попрошу прощения, и вы должны меня простить. Как бы, и все. Видимо, я таким и буду. Уже какой я есть, таким и я останусь. У вас такого нету. Поститься нужно хотя бы для того, чтобы обнаружить внутри себя какое-то греховное, значит, несоответствие закону Евангелия. Пост для того, собственно, и нужен. Он вскрывает наши проблемы. Он их может лечить, а может не лечить, но вскрывает точно. Поэтому кайтесь от души, держите себя в руках, контролируйте себя, будьте на страже своей собственной души и будьте хозяином своего языка, чтобы вы не извергали из себя всякие потоки грязных ругательств в отношении людей, там, ближних и дальних. То есть нужно исправить это, конечно, что никак невозможно, если бы вы не постились и не были бы к себе внимательны. Поэтому и то нужно делать, и того не оставлять. Так думаю, да. Подарили кому-то вазочку с изображением Афродиты, решила избавиться от этого нехристианского символа, передарила ее, но мучаюсь, что распространила языческого идола. Правильно ли придавать этому серьезное значение? Саша пишет. Ну, по мере насыщенности современного мира вот этими всеми штуками, реагировать на них очень сильно не надо. Потому что можно тогда плеваться в сторону Большого театра, там на колоннадах там эти всякие возницы, там эти кони, какие-то Аполлон там скачет, значит, такое там на Триумфальной арке, там, которую Филарет Московский освещать отказывался. Тоже там куча всяких там этих античных явлений, там, значит, и сейчас к нам пришли какие-то китайские боги, индийские боги, всякие шестирукие там эти какие-то чудовища всякие там. Вот, кругом. Если мы начнем сейчас в это все плеваться, как бы от этого всего открещиваться, то мы превратим свою жизнь в сумасшедший дом. Надо относиться к этому спокойно. Покупать, искать, коллекционировать, собирать, влюбляться в это, конечно, не стоит. Это мусор. Но, ну, подарили, ну, передарили, да и до свидания. Как бы, да, и забудьте об этом. Чего об этом так сильно переживать? Не стоит. Правильно ли суждение о жизни такое, что жить нужно для того, чтобы наслаждаться жизнью, пишет Алексей. Ну, наслаждение заложено в жизнь, потому что Бог нам дал, в общем-то, и закаты, и рассветы, и первый снег, и птичье пение, и вкусную еду для того, чтобы наслаждались жизнью, да, это в этом смысле, да. Но это не все, не весь смысл жизни. Наслаждаться жизнью – это как приговоренному к смерти приносят ужин по его желанию. Там пироженка с вишенкой, какой-нибудь там двойную порцию сосисок с фасолью, как бы такое. Надо наслаждайся жизнью. Сейчас тебя посадят на электрический стул. Да, это абсурд. Жить нужно для того, чтобы познать Бога внутри этой жизни. Вот. И послужить Богу и ближним теми талантами и дарованиями, которые у вас есть в преизбытке, которыми вы отличаетесь от окружающих. Ну и, конечно, наслаждаться нужно плодами трудов своих, полезно проведенным днем или месяцем, или годом жизни, успешно завершившимися делами, ну, всем тем хорошим, что есть у вас. А вот эти вот телесные наслаждения там, или эстетические наслаждения, это доступно любому садисту, это доступно любому полпоту или Гитлеру, или кому-то еще. Это не смысл жизни, нет. Это составная часть, не главная составная часть жизни как таковой. Жить нужно, чтобы познавать правду Божию, находящуюся в невидимом мире, и служить Богу и ближним, как это возможно максимально с вашей стороны. Ну и вот подруга занимается фэншуй, китайской метафизикой, я ей говорю, что это грех, она говорит, что это наука и не грех. Кто прав? Я прав. Не спорьте вы с ней. Я вот с ней не спорю, я прав. Ну, что вы ей там доказываете? Какая там это наука? Ну, грех, не грех, это такое дело, как бы, значит, нравится ей. Ну, пусть дитя балуется. Чем бы не тешилась, лишь бы не вешалась. Вот пусть себе вертит кровати по фэншую, там, значит, шкафы там сует туда-сюда, значит, чтобы там моль не ела свитеры. Ну, баловство это все на самом деле. Вертеть кровати и столы по фэншую. Какая это наука? Но ей так нравится, пусть она вертит. Чего вы с ней спорите? Пусть она сует свои шкафы по хате туда-сюда.
вот, по феншую. Зачем об этом спорить? Люди глупые. Чем-то тешатся, чем-то забавляются. Как-то надо развлечься от сумасшедшего дома, в котором они живут. Ладно, друзья мои. С Новым годом, возлюбленные Господи! Христос Господь да вразумит нас всех и да сохранит от всякого зла. До свидания.